Полицейские составили ориентировку, которую передали всем дежурным нарядам. Вскоре сотрудники уголовного розыска неподалеку от места происшествия задержали схожего по приметам мужчину. При проведении личного досмотра правоохранители изъяли газовый пистолет, телефон, документы и парфюмерию. Все похищенное вернули законной владелице. Установлено, что 48-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сочинцу грозит лишение свободы на срок до 10 лет.